помните, мы остановились на месте, где идти к спящим. Как бы, смотрите, прикол, сейчас вот у нас он умыл, да, я вообще хочу выйти из храма, но он закрыт, видите, ну фишка в чем, как сюда я попала через свет, но есть еще один путь сюда зайти. Я хочу сделать еще в одном месте зачистку. Когда давно не записываюсь, не знаю, как себя поведет. Это, кстати, небольшой другой формат, то есть я хочу попробовать именно под музыку, вот так вот записывать и это. Сейчас мы с вами пойдем. Я хочу бегать в одно место, то есть сделать очистку, поднять опыт, то есть башню тумана. Но она у меня слетает, я ее сколько раз не пыталась записать, вечно какие-то проблемы. Дубль, как говорится, не знаю какой, но это как всегда. Ну, пошлите с вами по Бырикову. Сбегаем туда, потому что я хочу делать зачистку, как бы вы сами понимаете, лишний опыт бывает. Я хочу всю эту фигню, все эти очки обучения потратить в силу. Да, я прошу прощения, что давно не записывала видосы, не было времени. Вот. Сейчас хочу исправиться. Я не знаю, как это так получается. Просмотров мало, но все равно иногда хочется прям. Хочется. Чтобы времени побольше хватало на это все. На запись видоса. Смотрите, давайте с вами, как говорит ВАДА, которая бы нас дисквалифицировала бы, выпьем с вами зелье. Точнее, допинг, зелье скорости. Ну куда что упало? Ну, запрыгивай. Ты вот специально мне допинг тратишь, а? Время. Он ограниченный вообще-то. Ю-ху. Недавно не играешь. Ты еще пальцы помнят, как играть. Ну это как-то вообще так прикольно. Иди сюда, потопешь. Надеюсь, получится в этот раз без всяких вылетов и все остальное. Вот видите, я тут выпила, и время как бы вот даже животное будет. Быстро себя веду. Кстати, знаете, что еще есть тут прикол? Можно будет глянуть, я в прошлый раз пыталась посмотреть, но у меня что-то с Гродно слетело или еще что-то. Но сейчас нам в данный момент лучше всего сбегать именно вот так. Лес какой, высота. Иди сюда, песик, ты мой собачка. Мне коврик нужен. Зима, холодно. Да, кстати, не сказал, но на канале Прелесть 34 Рус. У меня, кстати, есть еще идеи по поводу других видео, какие. Но там тоже есть пока. Думаю, как это все сделать и как реализовать. Это будет не связано с игрой видео. То есть, я думаю, должно будет интересно. В голове вроде как интересно должно получаться, а по факту я не знаю, как это получится. Вот интересно, да? Вот смотрите, я лес зачистку делаю. Ну все, вот. Наш допинг закончился. ВАДА может радоваться. Так. Блин, после вот этого зелья у меня такое впечатление, что он так медленно и бежит. Мне показалось? Да, показалось. Кстати, ребята, напишите в комментариях, скучали ли вы по моим видосам? Я, конечно, понимаю, что я не одна, но YouTube у нас много.
очень интересно узнать. И, кстати, кто ждет Новый год? Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. Пишешь, музыка неподходящая. Так, иди сюда. Тарапам. Я вас правда с одного удара могу, ну ладно. В данный момент мы бежим чисто, как говорится, в башню туманов. Которую изначально я вообще не хотела проходить. То есть есть причины, почему я ее не хотела проходить. Потому что она вечно вылетает. Я зачистку вроде делаю. Вот, я зачистку вроде делаю, а в конечном итоге вот она слетает именно в том моменте, где я уже шаманин забираю. Это что я не доделаю, заброшенный, как говорится. А очень было бы интересно узнать, как бы он вообще выглядел. И как бы он продолжал эту серию. Так, ладно, лес лесом, это я, может быть, потом за кадром побегаю, всех поубираю. В данный момент мы идем вот туда, в ту башню, где Рапунцель должна сидеть. Ну, видать, годы прошли, принц не спас, башня разрушилась. Наверх забираться мы не будем, там ничего интересного нет. Ну что, ребята, давайте... Как говорил монтёр, да будет свет, сказал монтёр, и лампу фосфором начёт. Пойдём скелетов уничтожать. Их, как говорится, внизу тусуют скелетоны, а мы идём как просто порядок наводить. О! Блин, тут, конечно, камера ужасно бежит. Игра всегда ведет сразу. Там, кстати, ниже, если идти туда сам ниже, где вот это катакомбы, которые я вечно говорю, что они улыбают. Вот. Вот, там есть пир, но я до него не пойду. Вижу. Скелетон, иди сюда. Кстати, кто помнит рекламу про скелетона, да? Йогурт когда-то был в 2000. Вот, бежит кусочек скелетона. А, да тут у нас терминатор. Открывай давай. Такой свой. И вот я сюда спускаюсь, но не первый раз. И у меня в каждый раз вот тут вот игра по-разному ведет себя. То есть не так, как обычно. Что у нас там с лампой? Пока горит. Пока электричество не отключили. Я-то вроде их скелетов не боюсь, но фишка в чем, что если они толпой нападут, как бы пошли чуваки, они вот туда скелетов. Они когда толпой нападут, то есть просто...
Мне еще прикалывается, как у них старые косточки, они когда бегут костями. Душат. Ну, гляньте, вот это вот что такое? Вы это видите? Скелет заставки. Вы что, срамот передо мной вводите? И Новый год еще не скоро. Вы слышите вот это вот? Иди сюда, ты где? Скелетон, скелетон. Косарь. Сказал, что не два. Сейчас на косарь ничего нет. Я знаю, что ты скоро должен электричество должно выпить. Ты что, терминатор, что ли? Как ты песни? Терминатор. Ну вот, связи неплаты отключили. Внесли? А мне тут еще не нравится, блин, люди. Конечно, можно было бы попробовать закачивать. Я не хочу рисковать, я уже раз. О, у меня свет забаговался. Надпись. Тетя Света к нам пришла. Учиться сюда только для учета идти. Ну так романи, мне кажется, вообще. Ау! Больно, наверное, а? А если я тебе покупку дам? Вот гляньте их сколько, гляньте, вот так. Бежим! Давай, тапками сверкай! Конечно, можно было бы. Когда долго не играешь, вот постоянно вечно думаешь, блин, быстро, ах, ну ты чё? Просто какая-то игра. Надпись еще. Вот гляньте их сколько, гляньте. Потому что мы... Кто помнит эту песню «Дискотеки аварии»? Вот и каждый раз я говорю, играю и делаю, ведет себя по-разному. Я помню, хотела тут две мани, короче, выпустить. Как бы вам сказать-то? Демон прикольная штука, но жалко, во-первых, его тратить, во-вторых, он так в комбах не бегает, не летает, и смысл его призирать. Видели они, что
хотели, и все, привет. Знаете, это прям догонялки со скелами, со скелетонами. Как им тут скучно, чё? Не просто же им тут сидеть-то. То хоть главный герой развлекает. Все что ли? Потому что от вас бегал. То есть ты, получается, по другим попадал, да? Ну ты про совет вообще. Просто не знаешь, как они поведут, и, конечно, не хочется каждый раз переигрывать вот эти вот места. Но когда я играю в Дикса Франки, это хорошо мне Айс. Айс, бэйби. Айс, айс, бэйби. Так, смотрите дальше. Нам самое главное убрать... Сейчас про монету делать. Добрать и все. То есть меня дальше не слепит. Он такой прикольный. Знаете, в Турке. У кого-то смотрел более обнаженную готику, кого-то, если прикалывает, уксанцы вот эти вот скелеты, когда стоят, и метлой подлетает. Это так прикольно вообще. Да, готика — это мировая игра, и я никогда не хочу. Игра со своим. Я опять электричество. Ну что ж такое? Как это видно? Когда хотим, тогда я обслуживаю. Ты мой хороший. Ты что мне тут? Я тебе дам. Я поняла. Вот видели, я же вам сказала, что тут тусовка. Пиво у них тут стоит. Что у нас тут? Что еще нам с Рудой? У них тут своя туша. Ну, короче, про манили, где команили, здесь кусок круга, в принципе. Ну, это неплохой навар, но как бы я бы сюда бы без подготовки хорошей, с магом еще можно было бы. А вот чисто так вот. Я бы не пошла, я просто покачала все силы в себя. Какие-нибудь характеристики. Хотя я думаю, постепенно уже, по идее, можно заниматься храмом. Вы должны помочь. А я сюда спину кота закрою. Кстати, на открытую правую площадку. У вас пивасик был, вот. Ваня. Корейство, смотри по сторонам. Я что с тобой? Со спины бьют только...
как мы с вами их разнесли. Старый боевой топор. Давайте похаваем. Пиу. Вот еще один кассет. Вот интересная какая-то система туннелей. Я так понимаю, тут, наверное, какие-нибудь контрабандисты были. Один из них не живой скелет. Ну, короче, я вам предлагаю, смотрите. Все, в принципе, зачистили. Ну вот оно, вот видите, такое красивое атмосферное место. Вообще, прикольно. Вот, мы с вами тут все зачистили, в принципе. Все, я вам предлагаю, пошлите еще в одно место, быстренько посмотрим, что там. Что там, где там, точнее, что там. Та-там! Это я. Так, сейчас мы отсюда выйдем. Вот обычно у меня зависало где-то вот при выходе вот тут. Но нам надо выйти, все. Так. Ой, еще одна пивасика. Вот ее пивасика будет сапучком. Может, нас. Да они тут походу бухают, а? Эх вы, надо за здоровый образ жизни, а вы тут сидите. Вот, видать, кто-то один уже отбухал. Здоровья не хватило. Так, в принципе, башню туманов мы с вами зачистили. Красота. Сейчас, как всегда, наверное, выйдем, будет ночь. Ночи темные. Нет, день. Все, мы с вами сюда больше не вернемся. Тут ничего нету. Квест про монет я не буду делать. Потому что я, во-первых, не знаю, где все эти книжки, а во-вторых, стоит ли его вообще. Вот-вот.